Севастопольские автомобилисты помогут ветеранам Великой Отечественной войны попасть на Парад Победы. Акция под названием «Подвезу ветерана» проходит в городе уже пятый год. Помощь героям-защитникам Родины окажут неравнодушные автолюбители. На сегодня у нас зарегистрировано 98 автомобилей. Волонтеров порядка 20 человек, но волонтеры нужны всегда, поэтому то же самое я обращаюсь к тем, кто может оказать волонтерскую помощь. Вот. Но количество ветеранов на сегодня 182 человека, но учитывайте, что у каждого, как правило, это один сопровождающий. То есть вот уже фактически почти 400 человек нам надо будет перевести. По информации организаторов акции, только каждый четвертый ветеран числится в адресных списках. В Севастополе сегодня осталось до 800 ветеранов живых. По тем спискам, которые нам предоставило правительство, заксобрание, ветеранские организации, вот на сегодняшний день у нас 182 человека, плюс сопровождающие. Поэтому где вот эта потерявшаяся часть ветеранов, нам, к сожалению, неизвестно. Участники акции обращаются к жителям Севастополя с просьбой помочь найти ветеранов Великой Отечественной войны. У меня убедительная просьба к живущим рядом с ними позвонить по нашему телефону, предварительно поговорив с самим ветераном. Если он захочет принять участие в параде, то мы обязательно приедем, его заберем. Предоставить информацию о ветеране можно по следующим телефонным номерам. Плюс 7 978 811 08 68 и плюс 7 978 811 09 10. Довести ветерана до центра города можно и своими силами. В точках перекрытия дорог будут находиться участники акции, которые помогут довести ветерана до зрительских трибун.